everything I ever wanted, everything I ever dreamed will come true tomorrow morning, just because I really want it. Everything I ever wanted, everything I ever dreamed will come true tomorrow morning, just because I really want it. Everything I ever wanted, everything I ever dreamed will come true tomorrow morning, just because I really want it. Everything I ever wanted, everything I ever dreamed will come true tomorrow morning, just because I really. Хороший саундтрек для моего интервью. Для моего заунывного интервью. Так, я диджей Огурец. Вернее, Сережа Мезенцев в костюме диджея Огурца. Прямо сейчас я в Измайловском парке. Спасибо большое, что меня пригласили сюда. Выступил я, мне кажется, хорошо, что людей не было вообще, но они выросли, просто из земли выросли, откуда ни возьмись, взялись, и стали кричать вместе со мной. Всех с Новым годом! Немного не праздничное, вернее, не картинная погода, потому что все тает. На открытках все по-другому. Там снеговик, белочка и ежик идут, во-первых. А тут, вот видите, я на фоне луж. Но, как я понял, включая музыку людям, им все равно, главное, чтобы было весело. Да, на самом деле, я считаю, что это определенно был успех. Успех, просто успех трех человек, успех нашей мини-группы. Такая победа. И поэтому все скорее в парк, приходите сюда, тут очень весело. Сегодня погода позволяет прям петь во все горло, и это отлично. И мы будем вас зажигать. Да, вместе. Так что приходите все сюда. И с Новым годом вас. Все, с Новым годом, ура! С Новым годом! С Новым годом! Привет, Скотка, в Измайловском парке. Сегодня здесь прекрасная атмосфера, атмосфера Нового года. Прекрасно много народа пришло, детишки радостные, все довольны, катаются. Мы им продемонстрировали несколько элементов из катания по фристайлу на коньках. Вот дети пытаются повторять элементы какие-то, чему-то мы их научили, чему-то они уже давно научились. Всех с наступившим Новым годом, катайтесь, радуйтесь, отдыхайте.
замечательный каток Измайлова. Здесь вас ждет много удовольствия, замечательное настроение. Вас не будет покидать. Да. Мастер-классы покажем великолепные по разным танцам. Вальс, фокстрот, все, что хотите. Сегодня мы провели мастер-класс по ламбаде. Да, все замечательно порадовались, потанцевали. Всех обучили элементам фигурного катания. Повариха Хаш-шоу в Измайловском. Отрезала на весь Измайловский парк. Да, 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 было круто. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. И, несмотря на мороз, было весело. И люди, которые проходили мимо, они все оставались. Спасибо им большое. Минут на 15, но оставались. Не, спасибо большое при таком морозе. А люди просто... посмотрели даже все шоу. Кто-то выстоял. Представляете, какие люди в России и в Измайловском парке гуляют. Да, поэтому приходите в Измайловский парк и... Я думаю, что мы еще не раз будем выступать в кулинарное шоу «Повари ха-ха». Мы поздравляем вас с наступившим Новым годом и Рождеством! Желаем счастья вам! И побольше адекватных людей рядом с вами. Все. О, подожди! Ха-ха. И здоровья, здоровья! Самое главное – здоровье, все остальное будет.